Всем привет, дорогие друзья! Ноябрь месяц, как я вам и обещал, сегодня снежок выпал. Город Киров, Кировская область, производство 27. Посмотрим БУ автомобили. Итак, погнали, цены актуальные. Шкода, первый автомобиль, в белом цвете, 19 год, Rapid. Летняя резина, правда, на колпаках. 19 год, 1.6, 110 лошадок, пробег 78 тысяч. Автомат, подушки безопасности есть, АБС есть. Все, как говорится, по фэншую. Круиз-контроль есть. И цена 1 465 000. Все актуально, звоните, пишите. Производственно 27, город Киров. Следующая — Kia Rio, 18 год. Сейчас посмотрим цену. О, все, сработало. Чики, чики-брики. 1 445 000. Автомат, 18 год, пробег 97. Летняя резина. Зимняя еще пока ничего нет у нас. Дальше Hyundai Solaris. Solara стоит у нас. Давайте посмотрим ценник и год. У нас все тут подзамерзло, короче говоря, будем так вот делать. 11 год, 1.6, 123 лошадки, 152 тысячи с половиной пробега. Смотрим цену. В таком фиолетовом цвете 780 тысяч. Автомат, 11 год, 152 тысячи пробега. Летняя резина. Дальше, кто интересуется шевиками, смотрим по шевикам. Зимняя резина стоит. 12 год, 1.7, 80 лошадок, 101 тысяча пробега. 180 сказал, тоже, блин, как говорится, в серебристом цвете, 580 тысяч. 12 год, ну, я думаю, актуально, не актуально по этой ценовой категории. Дальше Kia Rio X-Line, летняя резина на колпаках, в таком серебристом цвете. Получается, 19 год у нас. Так, посмотрим, что у нас. Автомат. Киашки у нас все стоят. Подушки, подогрев передних сидений есть. Так, климат-контроль однозонный. Смотрим, 1 700 000, округлим, автомат. 80 тысяч пробега. Так, дальше идем. Смотрим. У вас Патриот стоит. В полном виде покажем. Сейчас все расскажем. 16 год. 2.7. 135 лошадок. 54 пробега. Так. Подушки безопасности есть водителя и пассажира. Кондиционер есть. А люка, правда, наверное, нету у нас. А нет, люк есть, стоит. Люк есть. Увидел. Так, 54 тысячи пробега. С половиной, 16 год, 2.7. Цена 1 200 000. Рено Дастер идет. Противотуманки в серебристом цвете. Зимняя резина на литье. Черном таком. Эллинги стоят. 18 год. 1.5, 109 лошадок, пробег 113 тысяч. Подушки водителя и пассажира есть. Так, смотрим цену. 1 535 000. Пробег 113 тысяч. Обращаемся. Город Киров, Кировская область. Производство на 27 000. Дальше Renault Captur стоит. В синем цвете. Кстати, да, синий цвет, синий. Лег на провода. 1.3, 150 лошадок, 38 900 пробега, 21 год. Так, что у нас есть по этому автомобилю? Цена, главное, 1 990 000. Ну, грубо говоря, два. Варик, здесь стоит варик. Дальше смотрим. Шкода. Смотрим Шкоду в белом цвете. Шкода Rapid 20 года, 1.6,
110 лошадок лоб с подогревом, сразу же вижу 65 тысяч пробега. Автомат. Что, климат-контроль однозомный, подушки есть, все есть. Зимняя резина стоит на колпаках. Формула 1 765 000. 2020 года 65 тысяч пройдено. Дальше Duster стоит в черном цвете. Тоже зимняя резина. Смотрим. 2018 год Duster. Двухлитровый лоб с подогревом. Сразу же видно 89 тысяч пробега. Что у нас тут есть? Подушки безопасности водителей и пассажира. Кондиционер, круиз-контроль. Ну, сейчас дальше посмотрим цену. 1 595 000. 89 пробега. Автомат двухлитровый, 2018 год. Только цены актуальные все у нас. Дальше идем. Кто угорает по ладам, сейчас посмотрим, сколько у нас ладушка стоит Гранта на зимней резине. Nokia литье, рейлинги стоят. Гранта 2019 год. 1.6, 87 лошадок, 53 пробега, 794. Подушки есть у водителя и пассажира, климат-контроль есть, стоит. И цена этого автомобиля 870 тысяч, 2019 год, еще раз повторюсь. Дальше идем, следующий ряд, машинки посмотрим. Производственная 27, повторюсь, город Киров, Кировская область. Рено стоит, Duster, сейчас посмотрим, 2019 год. Так, двухлитровый. 143 лошадки пробег, 112 677. Что тут есть у нас? Все запотело. Поймал. Подушки водителя и пассажира, лоб без подогрева. Так, смотрим. 1 630 000. Двухлитровый, механика, 2019 год. Литье, зимняя резина. Спортэдж тоже стоит. Зимняя резина, 2008 год, двухлитровый, 141 лошадка, 252 тысячи пройдено. Так, сейчас посмотрим цену этого автомобиля. Старая комплектация, модель Sportage, двухлитровый автомат, 2008 год, 252 тысячи пройдено. Дальше идем. Volkswagen в белом цвете, летняя резина на колпаках. Так, о, хорошо видно. Сейчас сфокусирую. 1.6, 110 лошадок, 54 тысячи с половиной пробега. Подушки водителей и пассажира. Так, кондиционер есть. Открываем страницу сайта. 1 445 000. Автомат. Дальше идем. Hyundai, как лягушонок, Tucson, 2007 год, двухлитровый, 140 лошадок. Он сейчас все видно будет, передний привод даже не полный, ребят, подушки две, есть климат-контроль однозонный. Ну, самая такая простая комплектация, я думаю, и цена такая же самая простая была. Цвет такой серебристый, 765 тысяч, я так и думал. 221 тысяча пробега. Смотрим на экран. Дальше смотрим. Hyundai Solaris в белом цвете. Зимняя резина, кстати, на колпаках. Давайте посмотрим ценник. И о, все видно. Solaris 2020 года. Соляра 1.4, 100 лошадок ровно. 75 тысяч пробега. Автомат, передний привод. Подушки есть. Так, что у нас? Аэроглонас. Ну, все тут посмотрим. Сейчас все регулируется. Лоб без подогрева. 1 499 000. Полторашка. Автомат, 75 тысяч пробега. Дальше смотрим. У нас идет Рено Duster 2020 года. Зимняя резина поставлена уже тоже. 1.6. 114 лошадок, 85 тысяч пробега, лоб с подогревом,
Подушки есть, соответственно. Это самое главное сейчас актуально. Кстати, автомобили эти хороши. Зарекомендовались, ушли с рынка давно уже. 2020 года 85 795 пробега, 1 550 000. Цена стоит этого автомобиля. Давайте посмотрим Skoda Rapid. В белом цвете, 19 год. 1.6, 110 лошадок подогрев, лба есть. 101 тысяча пробега. Это минимум. Ну, как бы, хороший автомобиль. Давайте цену посмотрим. Климат-контроль однозонный. Что-то на зимней резине. Колпаки. 1,5 миллиона округлим. 19 год, автомат. Дорогие друзья, на этом будем прощаться. Увидимся в декабре месяце, Владя. Всем пока-пока. Это был Дмитрич. Все.